Ребята, дорога была просто жесть, но об этом позже. Нет, дорога нормальная на самом деле. Мы приехали в аэропорт, мои родители приехали раньше, Санёк, они уже зарегистрировались, Анютка. Анютка вообще моя рыбка, она спала практически всю дорогу в такси. И сейчас будет веселиться! Какая маленькая коляска! Ну что, вы готовы к супер-пупер незабываемой поездке? Короче, нам со Славой пришлось ехать раздельно, потому что нас подставил таксист. Слава заказал большую машину заранее. Мы ее ждали полчаса, чтобы у нас поместилось три больших чемодана. Мы с ребенком, ну, Слава, коляску вот эта маленькая. Да, Нють? И, короче, прикиньте, он такой пишет, что у него машина заглохла. А заказывать еще одну, ну, долго, опасно опоздать. И нам пришлось со Славой принять решение и поехать на разных такси, потому что, ну, короче, в итоге мы поехали с Аней и с коляской, а Слава поехал один из тремя большими чемоданами, которые мы с собой взяли. И с этой поездки расскажу вам, что мы с собой вообще взяли. Очень много всего, и даже детское питание. Короче, все-все-все покажу. Главное, что мы уже приехали, все встретились. Мы полетим в Дубай. Поедет моя семья, семья Славы, его мама, папа и брат Ярослав. Вот, все подробности еще расскажу позже. Сейчас пойдем регистрироваться, сдавать чемоданы и кайфовать! Наша первая поездка с ребенком, чек! Ребята, мы в детской комнате, комнате мамы ребенка, пришли переодевать Анютку, сказали снять обувь, какой-то игровой. Так что будем переодеваться. Так, мы сейчас шли в Бургер Кинг, чтобы покушать. Заказали на 5000. Так что сейчас будем кушать. Мамы тут обсуждают, на кого Анютка похожа. Да. Анютка уже была в комнате мамы ребенка, поела. Все поменяла. К полету готов. Нет, нет, мама не уходит. Нет, мама не уходит. Что рассказывать? Все нормально. Единственное, что это трэш. Мы сдали свои куртки. У нас были, ну, легкие, но куртки. Сдали их в багаж, засунули в чемодан. А знаете, что нас сейчас ждет? Мистер Автобус! Вот это Папандопулос, конечно. Но ничего, мне мой отчим отдаст куртку. У Славы так тепло, у Анютки есть. Анюткину мы не стали убирать. Вот. Ну и все остальные тоже, кстати, не стали сдавать, только мы со Славой сдали. Так, ребята, мы в самолете. Анютка уснула, когда мы сели в автобус. Нормально, кстати, доехали. На улице не так уж холодно. Аня спит. Вот так вот мы сидим. Я, Слава, мама. Впереди сидит Вова, Саша. А там родители Славы. Мы сейчас полетим. Волнуюсь, если честно, очень давно не летали. Лететь нам 5 часов, 5 с чем-то вроде бы. Какие у тебя ощущения? Очень необычные, потому что я всегда люблю, я всегда люблю это ощущение, когда ты уже в самолете прошел, ну, весь, вот, все вот, эти вот, штуки, весь путь добраться, собрать чемоданы, доехать, эти чемоданы погрузить, получить билеты, покушать в аэропорту. Короче, и все. И сейчас мы уже летим в заветную точку. В общем, ладно, мы спокойно взлетим, а потом я к вам вернусь. Так, ребят, надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, рассказываю, как мы взлетали. На самом деле все прошло супер, но Анютка проснулась прямо перед взлетом. И я знаю, что пока самолет набирает скорость, ну, типа, ты ничего не делаешь. А вот когда уже начинает, ну, взлетает, вот только тогда ребенку, типа, в идеале дать грудь, чтобы малыш сосал, глотал и ушки не закладывала. Вот, ну я как бы так и сделала, но она особо не ела. Еще мы с собой взяли сок, потому что сок она прям любит и точно бы его стала пить. Вот так, так что взлетели мы нормально, и она спала, в принципе, минут 20. Потом как раз, можно сказать, на взлете, и уже когда взлетели. И вот сейчас проснулась, мы уже час летим. Нам предложили напитки, подарили Анютке подарок, слюнявчик. И сейчас еще ужин должны нам дать. Ура! За окном ночь глубокая. Мы прилетаем, получается, в 2:30 по Москве, а в Дубае будет 3, уже 3:30, типа того. А еще у Ани есть вот такие вот игрушечки. Это бабушка Марина, мама Славы. Аня.
Анютке подарила. Дамы и господа, мы готовы к посадке и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и закончен. Ребята, мы прилетели, получили багаж очень быстро. У нас большая машина, вот такой большой минивэн. Все в чемоданах. Вот, у меня на телефоне 1%, поэтому сейчас, наверное, что-то снимать не буду. Вот, так что мы едем в отель. Вообще ехать нам минут 30-35, как я поняла. Я бодра, весела, в супер-пупер настроении. Анютка тоже. А еще пошел дождь, представляете? Такой вот облом. Но дождь нам не помеха. Конечно, не помеха. Уже, кстати, 8 марта, так что, девчонки, поздравляю вас с этим чудесным днем. Ребята, мы сейчас зайдем в наш номер. Сейчас время, мне кажется, 5 утра. Ты где? Ты где? Открывайте нам дверь. Это будет первое. Ути-пути-путички! Анют, ты будешь спать на этой штучке? Как слушай, тебе? Класс. Отличный номер. Отличный номер. Только мне кажется, Анютка будет с нами спать. Она же у нас king size. Ура! Вот он, Агу, наш любименький. Скорее всего, мы будем спать так. Что-нибудь туда еще поставим, и кровать будет как бы служить, наверное, какой-то... Не, кровать лучше не служить опорой, потому что Анютка туда просто улетит. Короче, разберемся с кроватью, как нам спать. Мы так устали, поэтому уже все будем, наверное, завтра показывать, рассказывать. Тут есть комплименты, мы сейчас это все заточим. Я лично очень голодная. Вид, Слава сказал, у нас там вообще ни о чемский. Просто на город. Ну и пофиг. На вид нам пофиг, мы не доплачивали за вид. Сколько-то там часов назад, ну, типа, недавно. Вот, сейчас обед, уже, наверное, 2 часа дня. Мы, конечно же, не пошли ни на завтрак, ни на обед. Мы сейчас все закажем себе еду в номера, капучино. И уже потом пойдем на ужин. Короче, сегодня вам все расскажу. Мы вчера оплатили завтрак на нас на всех на 10 дней. И обед или ужин. То есть мы каждый день можем сходить либо на обед, либо на ужин. Вот. Такая система. Это нормальная такая классная система. Хотелось бы, конечно, 3 раза, но, скорее всего, мы где-то будем выбираться, гулять, там, на обед там поедим, на ужин в ресторане где-то будем гулять, ну, условно. Поэтому так. Слава нам сейчас заказывает сэндвичи. Я себе сделала маску, потому что... Ну, с самолета туда-сюда привожу себя в порядок потихонечку. Вот, погодка, не скажу, что вообще жара. Вообще не жара, ни хрена. Ну, может, сегодня день такой, но, понятно, на улице все гуляют такие, ну, как летом. Но, конечно, так, свежо, я бы так сказала. Вот, номер наш я вам вчера чуть-чуть показала. У нас сейчас бардак в номере, не люблю такое показывать. Спали мы, не скажу, что супер, вообще как будто холодно было. Мы выключили кондиционер, но все равно было как будто свежо очень. Мне прям плечам было холодно постоянно. Нютка с нами спала посередине. Хотя у нее тут есть прикольная, ну как, ну кровать нормальная. Вот так вот все выглядит, как мы спали. Сейчас вот еду заказываем. Все разложили уже вчера. Уставшие, конечно, были, но все разложили. Я люблю, когда сразу все разложили. Ну, как бы разложили на места, но, по сути, не по красоте прям. Вот. Тут у нас гардероб. Хочу сказать, что просто ужасно маленький гардероб. Ну, то есть, еле как вообще запихала вещи. Это с учетом того, что я что-то ставила еще в чемодане. Ну, типа, знаете, одна вот такая полка.
вот такие выдвижные ящики, куда много не засунешь. Будем приводить себя в порядок, да, Нютка? Ну, короче, шкаф меня прям расстроил. Так, мы заказали клаб-сэндвичи с картошкой фри, капучинки. Вот, так что сейчас будем вот так вот обедать. Я этого ждала, мне кажется, года три вообще. Мы собрались, накрасились и дошли до ТЦ, который рядом с нашим домом. Шли буквально, ну, учитывая наш большой состав, 8 человек и 9 Анютка, шли минут 10, наверное. Вот, сейчас мы возьмем, наверное, Starbucks кофе. Да, поймоти. Есть конечно. Ну, норм, ничего, сойдет. На самом деле нам пофиг. Вообще пофиг. Все свое тоже вкусно есть. У меня на районе бармен мне уже 4 года делает один и тот же кофе, поэтому я от Starbucks абсолютно независим. Ну да, я вообще лавку себе заказываю, мне нравится кофе в лавке. Ну ты будешь брать или потом как-нибудь на прогулке? Ну я возьму, что, почему бы и нет? Вы хотите взять напиток? Не, я уже купила кофе. Starbucks. Да, я буду. Ну, расскажи свои впечатления. Пойдем? Я впечатлена. Что ж у вас у всех одни эмоции впечатлены. А, мне, по сути, что надо? Zara, для меня H&M. Больше я ничего не знаю. Так что сейчас будем гулять. Я думаю, что шопинг намного комфортнее делать именно вот в таких небольших ТЦ, а не в Дубай-молле. Поэтому мы очень рады, что у нас рядом с домом что-то такое есть. Но в Дубай-молл мы тоже обязательно съездим, сходим. Немножко прогулялись по территории, которая у нас рядом с отелем. Очень красиво, на улице оказалось жарко, просто трэш. А у меня нет даже шорт. Так вот тут красивенько. Интересно, можно тут снимать, кстати? А, зеленый. Так вот мы делаем заказы. Нифига вы богатая. Ой, дамочка, вся. Мама дорогая. О-ля-ля. Мы были в ТЦ. И, если честно, выбор там не сказать, что вау. Кое-что мы взяли Анютке, буквально вообще, даже не знаю, даже уже не знаю, что. Короче, по мелочи. Себе я взяла в H&M какие-то легкие штаны и две майки. И еще зашла в Ойша, там взяла себе юбку-шорты. Такая она, типа, спортивная. Мне, на самом деле, такой, может, и не надо было, но мне показалось удобной. Там даже карман есть. Вот, Зары тут нет, мне просто тупо шорты на самом деле нужны. Ну и самое дорогое, что мы купили мне, это очки от Gucci. Попозже вам их покажу. Но если честно, не сказать, что шопинг удался. Вот, это такой торговый центр около дома типа. И, ну, мы на самом деле на одном этаже только были, но там и так видно, что магазины не то, что вот глаза горят. Поэтому мы довольно-таки быстро оттуда ушли. Так, ребята, мы уже собрались ужинать. Вот, я нарядилась немножко, мне пришлось сделать такую прическу, которую я не хотела. Но дело в том, что это платье немножко просвечивается. Короче, мне пришлось прикрыть. Вот, не знаю, вообще, можно ли здесь снимать. Типа, люди попадают вдруг, не хотят попадать. Короче, мы пришли на ужин, сейчас я вам покажу. Какой-то шведский стол. Что, в общем, мы тут будем есть. Так что пошли смотреть. Так. Все тут какие-то блюда. Ну что тут вкусненького? Картошка фри? И наггетсы. Ты мой сладкий. Ты мой хорошенький. Анютка капризничала и пришлось включить ей мультики, чтобы спокойно мы могли поесть. Да-да, девочки, я стала той самой мамой, которая включает мультики. Иногда это необходимо, реально. Ты мой щеки! Я собираюсь совершить что-то нереальное. Слава заказал мне бокал белого вина. Пина Гриджит, девочки. Я не пила алкоголь, мне кажется, года два, а то и больше. Так что сейчас посмотрим, как меня вштырит. Запишем на видео. Да нет, думаю, все нормально будет. Я сейчас покормила Аню перед выходом. Получается, сейчас выпью вина. Потом я могу покормить ее. У нас с собой есть творожок. Есть Агуша 2. Мы такое ей даем кисломолочное. Короче, смесь, которая заменяет кормление. В общем, все ок. Я могу ей дать просто эту Агушу через часа 4, например. И
все будет супер пофиг. И за 6 часов один бокал вина точно выветрится. А, можно... Я даже думаю, может быть, я сажусь, у меня с собой есть через 3 часа, чтобы, если вдруг волноваться буду. Или не надо, я не знаю, сложно, потому что я это первый раз буду делать. Вот такой вот компанией мы сидим. У всех что-то вкусненькое в тарелочках. Тут есть вот с таким шикарным видом. Да, вид у нас вообще просто пушка. Там еще колесо обозрения красиво светится. Но мы сейчас покушаем и пойдем прогуляемся по набережной. Так. Хочешь, чтобы я попробовала? Да, надо. Исторический момент. Я под эту песню вкусно, нямс, берем. Мне кажется, меня уже вштырило, ребят. Thank you. Это шок, девчонки. Я выпила один маленький глоток, протестировала. Мне кажется, меня уже накрыло. Я не пила 2 года, если не больше. Даже не знаю, сколько. Мультик, идет мультик, все. А ты тоже будешь? Саш, может, ты сходишь за салатиком? Ну, что это за еда? Блин, я же не ринга. Мне вкусно. Очень вкусно. Да, попробуй. Ну, не знаю, может, просто потому, что я не пила лет 100. Я уже и забыла этот вкус. Очень вкусно. Закажи себе даже. Так я же с ней это... Вообще вино шикарное. Прям вот то, что надо. Оно не как уксус, да, не сухое. Оно идеальное. Оно идеальное прям. Ты ценник посмотрела? Мы не смотрим на цены, девочки. Ну, дорогой, наверное, сколько? Вряд ли уж 5000. Сто пудов дорогой. Сколько стоит бокал? Стоит ровно столько же, сколько Вовина бутылка пила. Бокал вина? Сколько? А бутылка сколько? 55. Умножь на 20. Сколько? 6 на 25? Ну, это получается 2500, но это 1300, полторы тысячи бокалов. А бутылка сколько стоит? Бутылка? 208, наверное. 280 бокалов. 280 бокалов? Это 2500, это в районе 6000. Одна бутылка? Нет, нет, нет. Ну, вино хорошее, конечно. Я не знаю, может быть, у нас такое в Москве где-то тоже продается? Нет, такое у нас тоже есть. Просто, ну, или было. Сфоткай меня на свой телефон. Этот исторический момент. А, нет, стоп, я понял. Так, хочу ремарочку. У них в бокалах налит самогон, который они привезли. Короче, во-первых, всех с приездом. Можно выдохнуть, расслабиться, отдохнуть. Вот, пускай все эти 9 дней пройдут вообще как в шоколаде, гладко, прекрасно, хорошо. Мама! Вы самые лучшие, мы вас любим. Мы без вас не представляем нашей жизни. Вот. Поэтому давайте выпьем за вас и за эту прекрасную поездку. Ура! Спасибо, дорогие наши. Это самый лучший подарок нам. Да! Проснуться в Дубае. Привет, ребята! Я в шоке. Сегодня просто жесть, а не погода. Мы все еще не успели ни разу искупаться, и сегодня еще день рождения у Славы, 30 лет. Мы на самом деле знали, что будет такая погода именно сегодня. Прям говорили, что будет гроза с дождем. Но настолько трэш. Холодно, капец. Мы уже в Дубае Молле. Сюда добрались, на улице просто трэш, дождина. Позавтракали, и сейчас пойдем по магазинам. Мне, например, в Adidas не надо. Может, вы пойдете в Adidas, а мы в H&M? На этом этаже просто будем крутиться. Мы можем пойти туда, там Adidas. Ну да, я и говорю. Пошли в H&M. Посмотрим. Я мерить Лена, ничего не буду. Пойдем в Adidas. А вы идите в Adidas. Ладно? H&M. Мам, вон. А вы куда? С нами в H&M? Мы с вами. Или в Adidas с ними? Мы в Adidas пойдем. Не знаю, что сказать. Много здесь народу? Нет. Я не бываю здесь часто, чтобы... подвести какой-то итог. В общем, мы идем в H&M, даже не знаю зачем, вроде нам там ничего не надо, но я посмотрю, что там есть для ребенка. Мне взрослый H&M на самом деле не нужен. Можем здесь еще очки посмотреть. Я... Посмотрим очки? Ну, пойдем. Какие недорогие. Ну, тут Ray-Ban, смотри. Ray-Ban, в смысле. И разные другие. Я вот Prada себе хотела бы очки. Короче, вчера мы купили мне очки от Gucci. За 36 тысяч рублей.
Ну, они такие, типа, ну, обычные, короче, ничего такого прям сверхъестественного. Так, зеркала больше нет, а мое заняли. А. Угу, thank you. Видите, какая у вас англичанка? Блин, прикольные, да, очки? Не знаю, моя ли форма. Но мне нравится вот эта эмблема и то, что она как будто под мрамор. Зай, как тебе? Интересно, сколько стоит? Это что? Не знаю. В смысле, не знаю. Том Форд. А, нет, это персоль. Что за персоль? Соль какая-то. Ну-ка, как тебе мои Прада-очки? Херня? Странно. Странно? А, вот смотри, мужские Прада, глянь какие, как ты любишь. Мне нравится. Вот. О, ну же ребенок, я забыла про коляску. Не, не переживай. Держи, да. Сваровски, Тиффани, Дольче Габбана. Что только не было. Да, очков, конечно, куча. Но я не знаю, что хочу. Может, узкие какие-нибудь взять? Или мне такое вообще не идет? Жалко, что вы сейчас не можете в комментариях написать, какие очки мне идут. А мне, наоборот, нравятся супер вызывающие. Обычные у меня уже есть. О, эксклюзив. Слушай, говорю, мне не нравятся вызывающие. О, эксклюзив. Слава говорит, мне не нравятся вызывающие. Потом такой видит, о, эксклюзив. Мне нравятся вот эти, да? Как муха. Блин, ладно, не знаю, сложно это. Вот мне от Прада нравятся, они такие необычные. Так, ребята, мы пришли в H&M. Здесь уже выбор побольше. Просто буду вам показывать, что тут вообще висит. Такие кепочки хотела взять Анютки, но они тут все, типа, ну, короче, 2,6 месяца с 2 до 6. Ну, нам такое, как бы, уже мало, а то, что побольше размера, ну, прям большой, сильный, я думаю, да нафиг надо тогда брать. Тут куча вот таких бодиков висит, вот такие пижамки детские, большие прям, видите? Мы тоже кое-что взяли. О, прикольные башмачки какие. Надо было, наверное, взять что-нибудь такое. Слава там сейчас покупает. Мы кое-что взяли. Дома вам еще сделаю обзор. Хочу вам просто показать ассортимент, потому что мне самой было очень любопытно смотреть влоги даже вот Карины. То, что у них там в магазинчиках. Вот взяли две вот такие комплекта. Типа тоже как пижамки. Тут какие-то теплые костюмчики. Анютка уже проснулась. И просто смотрит. У нее тоже шопинг. Вот такие бодики. Но мы много не стали брать, потому что на самом деле много у нас есть. Вот, она выросла, как-то мне лень брать, тащить все в чемодане. Я если что закажу, у меня есть байер. Такие классные костюмцы. Но у нас тоже такого полно. Вот, например, ну это, по-моему, Зара у Анютки. Такие классные костюмчики. Да, для деток, конечно, все такое миленькое. Тут вот для малышей прям, хотя я взяла вот такой вот костюмчик, я люблю папу, 74 размера, сейчас у Ани 74. Вот, тут такие комплектики. Мы сейчас пойдем, наверное, искать комнату мамы и ребенка, чтобы покормить Анюточку. Вот, вообще сегодня у Славы день рождения. И очень жалко, что сегодня такая погода. Но, с другой стороны, мы закроем вопрос с торговым центром, и уже в хорошую теплую погоду мы сюда не поедем. Мы решили пойти в Fashion Avenue, здесь это называется так. Короче, там все бренды, именно вещи. Ну, короче, то, что я... Даже не вещи, я хочу сумки. Хочу посмотреть себе какую-нибудь брендовую сумочку, не знаю, буду ли брать. Возможно, меня задушит жаба, потому что чуть позже я вам расскажу, сколько денег мы потратили. Магазин Kendall & Kylie. Я туда хочу. Интересно, что там? Что там в магазине все. Kendall и Kylie? Я думаю, там надо сходить. Как будто какая-то шляпа. Нет, это реально... Нет, в смысле, реально, что они, но как будто какая-то шляпа там. Они шмотки классные. Может быть, пойдем. Я как будто и не хочу туда. И на самом деле очень комфортно мы идем, да? Нету ощущения забитости. Мы недолго стояли на кассе в магазине Ойша. Что-то у них тут этот Ойша спортивный какой-то. Или этот нормальный уже. Раньше там пижамы, я помню, были. Как давно это было? Мне кажется, уже сколько у нас всех этих брендов нет. Я уже про какие-то даже и забыла. Типа, знаете, там Бершка. Сейчас тут все это есть, Пломбир. Да это все равно не то. Как это возможно?
А, вот, теперь все то. Показываю вам, потому что видите, типа, вот какая там атмосфера ТЦ. Добро пожаловать в мир роскоши и комфорта. Да. А вот здесь совсем иначе. Тут все белое, брендовое. Я хочу везде. Не знаю, сколько денег у нас с собой. Надеюсь, хватит. Боже, я не знаю, куда. Давай здесь постоим, подумаем. Я хочу везде. На самом деле, у меня есть сумки, о которых я, ну, типа, не то, что мечтаю, но нравятся, которые я бы хотела рассмотреть. Это такие сумки, как все эти бренды. Есть Balenciaga, Ванзу, здесь ее нету, например. Давай тогда зайдем в Louis Vuitton. Versace тоже, например, нету здесь на втором. Зайдем в Louis Vuitton, хотя, возможно, он здесь вообще... Тут, видишь, дублируется, походу, наверху мужское, а внизу женское. Ладно, пошли зайдем в этот Louis Vuitton, посмотрим, что здесь есть. В любом случае, мы везде походим, посмотрим, а потом уже сделаем выбор, что мы берем, что не берем. И вообще, будем ли мы тратить какие-то сумасшедшие деньги на брендовые сумочки. Вообще хочется, если честно. Ну, не знаю, опять же таки, я их так редко ношу. Зато красиво. Смотри, что творится. Я сейчас, например, вроде как буду кормить. Да я сейчас закрою, я там сейчас буду стоять, чтобы никто не зашел. Ну что ж, ребята, поздравляйте! Славу, с днем рождения! Но подарок у меня! Купили мне сумочку классную, покажу уже дома. Ребята, всем привет, новый день, сегодня уже 10-е. Я что-то как-то кусками снимаю, но может снимаю. Короче, на этом сегодня мы закончим этот влог. Сейчас, ну нет, не на этом, а на этом дне. Мои микробы. В общем, рассказываю. 8 числа я выпила один бокал вина. И это было вообще никак. А 9 числа я... Вообще как? Ну нет, вчера я выпила, да, правда. Я вчера выпила 2 бокала вина, и меня побольше вштырило, но честно, я думала, что результат будет другой. Когда долго, ну, не пьешь, я же сколько лет-то, блин, не пила алкоголь, я думала, что меня просто настолько вштырит, девки. Я думала, что вообще я буду прям тут ходить, орать, дай держи. Меня сильно. В итоге вообще ничего такого не было. Все было очень спокойно, адекватно. Я даже не почувствовала какого-то вот такого, знаете, типа язык заплетался. Нет, вообще нет. То есть просто такое вот легкое расслабление. Может, вино какое-то хорошее. Надо, наверное, это было что-то другое. Но зато я спокойно была, что никакой жести не пила. Мы сейчас идем на пляж. Вчера был дождь, лютый, поэтому мы ездили в Дубай Молл, совершили там покупки. Купила себе кроссовки Гуччи. Их уже засрали у меня в Телеграме. Мне постоянно там все засирают. Типа, Юля, ты же хотела быть модной. Короче, ужас. А мне нравится. Я просто еще так всегда выражаюсь, типа, купила модные кроссовки. Для кого-то это не модные, а для меня вот модные лично. Мне нравится. Сумку классную купила, которую все оценили родители. У Славы нет плавок, поэтому мы пришли посмотреть ему шорты. Вот, отлично. То, что нужно. Вот эти прикольные. Или белые вообще возьми. Для фоток красивее. Ты, короче, выбирай, а мы с Анюткой постоим. Странно. Тетка прошла, и они лицо прям телефоном. Такая тебе... Нравишься. Сколько? 1320 дирхам. Шорты стоят 1320 дирхам? Да, это по нашим меркам больше 25 тысяч рублей. Я говорю, это цена, она говорит, да, 1320. Шок. Ладно. Слава просто взял такие плавки, типа, знаете, которые для бассейна. Ну, вообще, не для пляжа. Передовой чувак тоже такой посмотрел, говорит, это... Мы это, посмотрим где-то еще, а через 5 минут, типа, может, вернемся. Она говорит, хорошо. Да это зачем? Ну что за бред вообще? Ну ладно, сходим опять в ТЦ. Слушай, да я в этих покупаюсь, мне их не жалко. Нет, тут суть не жалко, а в том, что тебе неудобно. Так, ну что ж, оцениваем вообще погоду сегодняшнюю. Дай я на нее посмотрю спереди. А ты взяла крем с собой? Да, дай я на нее посмотрю спереди, остановлюсь. Нормально. Надо мне очки достать. Я не накрасилась, потому что у меня классная кожа. Впервые за мою долгую жизнь.
Поэтому я могу позволить себе на пляж не краситься и даже фоткаться без макияжа, если что, потом себе какой-нибудь фильтр накинуть и быть красоткой. Очки свои взяла? Да, взяла очки свои. Сейчас, слава богу, тепло, но наши родители, которые уже купаются, сказали, что вода холодная. А в бассейне-то, наверное, потеплее, но, честно, я вообще не настолько прогрелась, чтобы купаться. Прям, ну, мне пока холодно. Я пока только вышла, можно сказать, из номера. Кстати, у нас в номере, не сказать, что жара, и нам вчера даже обогреватели принесли, прикиньте. Так вот, от двух бокалов я просто побольше расслабилась. И, собственно говоря, все. И еще мы ходили, бродили и купили мне вчера сумку от бренда Miu Miu. И это вообще не то, что я, типа, рассчитывала купить. В том плане, что я искала себе сумку от Dior. Сейчас фотки прикреплю. Думала, что я хочу что-то такое. По картинкам в интернете я думала, что хочу такое. Но когда я начала мерить, ну, примерять, я поняла, что это, ну, вообще, типа, не мое. А мне просто хотелось купить себе большую сумку, ну, брендовую, классную большую сумку, чтобы я могла с ней ходить всегда. Потому что я с ребенком, и мне нужно постоянно много чего туда класть. Соски, грызунки, там, подгузники, бутылочка с водой. А ты не... два взял всего? Она же трое, а Анютка что? Три, проси. И, короче говоря, ходили-бродили. Вот эта сумка Dior мне не очень зашла. Я думала, что это вообще прям мечта. По цене она стоила 350-400 тысяч рублей. Это шок. Но я к этому морально готовилась. Типа, я хочу себе классную сумку. Я себе много лет ничего такого не покупала. Я могу себе позволить такую сумку. Хотя жабы все равно, честно, всегда душат в такие моменты. Ну, короче, в итоге мы ходили-бродили, и я нашла другую сумочку. Причем ее даже нашла не то, что я, а наши мамы. Моя мама увидела ее. Говорит, сразу ее увидела, пресекла. И мама Слава, Марина. Они, короче, вместе сказали, что вообще офигенная сумка. И если брать сумку, ну, за бешеные бабки, то вот такую, потому что она реально универсальная. И девушка, получается, консультант в магазине тоже говорила, что это вообще бомба. И она, ну, как бы сейчас последняя вообще в магазине, но, видимо, быстро разобрали, не знаю. Но мне тоже понравилась. Она, конечно, такая, знаете, типа как шопер вообще. Но она прикольная. Ну, то есть ее реально вот с чем хочешь. И спортивный костюм, и джинс. Ну, не с платьем, конечно, но это то, что мне нужно для повседневной жизни. То есть мне хотелось быть модной, типа, на брендах в повседневной жизни. Потому что обычно, типа, сумки Dior, седло, например, которые у меня есть, Prada, они такие более, знаете, вот, ну, хочется под них и каблуки, и что-то такое, и не спортивный костюм. Вот, ну вы поняли, такое более нарядное. В общем, мы идем на пляж. Здесь вот такой вот наш частный, получается, пляж. Смотри, а справа, наверное, платная, да, какая-то еще тема? Там пусто так. Сейчас окунемся и посмотрим на мою фигуру в купальнике. Добрый вечер, красавчики! Ну как вам, нормально тепло сейчас? Очень жарко. Шикарно. Твоя мама спрашивает. Короче, ладно, я раздеваюсь. Иду, ныряю в водичку. Не знаю, что там меня ждет, холод, не холод. Ну, ты готова? Ты готова? Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Ну что ж, мы идем купаться. Блин, кто-то купается, нифига. Очень мало людей купается, но, блин, я не настолько прогрелась, чтобы плавать. Ну, я, конечно, поплаваю. Я этого ждала 3 года. Ну, конечно, тут такое, если честно. Не сравнится с, например, той же Турцией. Хочу я в таком купаться, я не фанат холодного и с водорослями какими-то. Там нет водорослей, это просто слюни. Слюни? Да-да-да-да-да-да-да. Короче, Сань, надо забегать. Давай забегать. Давай, сломайка. Надо быть смелее. Славик, скажи, надо быть умнее. Ну как? Класс. Если быстро зайти, класс. Ну, быстро выйти, вообще класс. А ты что, не понтуешься? Вон Санек понтуется уже. А он уже просто залазил туда. Да не, на самом деле, если привыкнуть, если еще пожарче будет. Ну просто сегодня же первый день. Во, смотрите, вот это бомбезная фигня, я ее видел.
Он вот так вот это, хоп-хоп на доске. Иди сюда, дай покататься. Когда волн нету, ладно, я пошла. Моторчик. Ну все, ребята, я зачекинилась, я окунулась. Ну, холодная вода, да, честно скажу. Но вчера, из-за того, что была плохая погода, я думаю, в этом как бы дело. Это причина помещала нам. Пойду обратно к своему маленькому малышу. Да я хочу в бассейн. В бассейне 100% то, что нужно. В бассейне 100% вода теплее. Но проблема в том, что там абсолютно нет лежаков. Хотя сейчас уже обед, наверное, будет, и может быть кто-нибудь свалит. Фух, это не мой ребенок. А где мой? Я потерялась. Так, ищу наши лежаки. Вообще не вижу. А, все вижу. Когда плачет ребенок, они еще так бывают, некоторые плачут, похоже. У меня всегда страх, что вдруг ты мой малыш. Малютка, мама купалась чуть-чуть. Мы сидим с Анюткой тут под зонтиком, прячемся от солнышка. Я на солнышке лежу. Солнышко мамина. Так, ну что ж, мы уже накупались. Анютка тоже покупалась. И сейчас она уже спать должна. Она что-то смотрит, не спит. Так, девчонки, я уже сходила вместе с Анюткой в номер. Мы искупались, переоделись. Вот, я голову помыла, Анюшку тоже искупала, потому что я уже что-то не хочу сегодня купаться. И угар я, конечно. Хочу кофе и хочу прогуляться с Аней, чтобы она уснула. Куда-то Слава делся, как мне надоело всех ждать. Я прям психую из-за того, что мне постоянно приходится всех ждать. Я попросила Славу, говорю, хочу кофе, капучино. И он, видимо, то ли деньги забыл, то ли не знаю, что. В итоге все, пропал, короче. Нету его. Так, ребята, мы сидим с мамой, с Анюткой в тенечке. Кушаем печенье. У меня будет сейчас капучино. Не знаю, вкусный или нет. И у меня тут есть кое-какие конфеточки. Вот. Покажу вам немножко бассейн. Не, вид вообще классный очень. Мне нравится, что ты сидишь такой, видишь бассейн и вот эти вот дома шикарные. Такая вот красивая Анюточка, мама, такие красотки. Ну, хотя ты даже не скажешь, что бабушка. Да ладно. Наверное, подумают, дочь твоя. Моя? Да. Вторая. Угу. Представляешь, сейчас бы родила ты, да? Рожают же. Нет, не представляю. Ты мужчина. Ты мой голёный. Тетенечка. Счастливая. У Анюточки зубы прям вовсю вообще. Бедняжка. Мы ей тут уже пару раз Нурофен давали. Или один раз только. Сейчас я придумаю камеру, вот сюда вот установлю. С этим шикарным видом буду с вами болтать. И достану свои новенькие очки. У нас случился шопинг, и я приобрела себе новенькие очки. Вот такие. Интересно, будет меня распознавать камера? Ну-ка, а если я еще приближу, чтобы точно ничьи ноги не попадали? Вообще улет. Что-то я хотела рассказать, совсем забыла. По поводу отеля, давайте расскажу свои эмоции. Ладно, нормально. Короче говоря, мы решили выбрать отель Fairmont. Здесь я как-то была, но не оставалась ночевать, а была проездом, в кафе заходила. Когда мы сюда ездили, по-моему, в 2019 году вместе с тест-тур. Вот, я совсем забыла об этом, что я здесь когда-то была. Но это не важно, нравится ли он мне. На самом деле тут отели, конечно, не сравнится с Турцией, в том плане, что... Они классные, ничего не скажешь, все круто, это не Турция, это другое, абсолютно. Но здесь вообще атмосфера иная. То есть тут ну, более такая тусовочная, больше хочется куда-то выбираться. Нету такого вот чувства вот валяться весь день у бассейна, в отеле,
То есть хочется именно больше гулять по набережной, заходить в какие-то другие, на другие интересные территории. Как вкусно. Территория у отеля, не скажу, что большая. Вроде как отель не маленький, но вообще, типа, не сказать, что большая территория. Этот отдых обошелся нам. Мы еще отдыхаем, конечно, но получается за 3 номера мы заплатили где-то 800 тысяч. А у нас, получается, компания-то большая. Потом за... Короче, тут какая-то акция вышла. Нам вообще, мы думали, что завтраки нам обойдутся в 160 дирхам на человека. Но, может, из-за того, что сейчас у них праздник, да, Рамадан. Может быть, не знаю еще почему, но, в общем, какая-то там, типа, суперакция. И в итоге завтрак и на выбор обед или ужин на человека что-то 190 обошлось. То есть мы сэкономили реально. Просто мы считали, что нам еще надо будет обед или ужин оплачивать на наше количество человек и ночей. То есть, считайте, 8 человек, 10 ночей. И мы так считали, что, ну, нам где-то это все еще 500 тысяч, может, обойдется. Мошки достали, прям в рот лезут. Вот, а получается, что мы супер-пупер сэкономили, и мы буквально за день до отлета сидели, считали деньги со Славой, сколько мы поменяли в дирхамы, сколько у нас в рублях, на картах. Она мне прям в рот лезет, я не могу. И мы такие немножко, не то что, ну, напугались, но мы просто подумали, что мы просчитались. И еще очень много денег мы потеряли на обмене денег, ну, из-за курса, короче, даже не то, что из-за курса, а просто на обмене. И мы такие, типа, блин, надо что-то делать. Плюс Слава еще сделал себе карточку Union Pay. И мы, получается, оплачивали отель уже непосредственно здесь, когда приехали. Хотя мы хотели оплатить из Москвы, но нам сказали, что у этого отеля, ну, не знаю, может, вообще, в принципе, конкретно, короче, нету оплаты Union Pay. То есть вот этот онлайн... типа оплата, ссылка на оплату, там нету такого. Ну, мы тоже немножко были в напряге, потому что мы привыкли путешествовать так, что мы приезжаем, у нас все оплачено, нас ждут, уже все спокойно. Ну, как раньше мы ездили, все оплатило, все. А тут такое, через Booking тоже не стали, потому что там нам казалось будет дороже из-за того, что оплата на месте. Ну, в итоге, наверное, так бы и вышло, но все, что не делается, все к лучшему. Если бы мы оплачивали из Москвы, каким-то образом, через какие-то сайты, еще что-то, то нам бы вышло дороже, потому что, видите, мы приехали, нам сказали, что сейчас специальное предложение по поводу завтраков, обедов, ужинов, и мы прям очень рады. Реально повезло. А, это нам. Thank you. А, короче, ребята заказали еду. Сейчас посмотрим. Thank you. Thank you. Видите, какая англичанка у вас? Какие-то сэндвичи, но это не я заказывала. Вообще не знаю, что здесь. Окей? Okay? Окей, okay, наверное, не знаю. Ага. Вот тут какой-то сэндвич, картошка. Туркия, лавья? А? Туркия, глэпта, пикан? My husband order. Вы, короче, окей. Okay. Я не разбираюсь в этих делах. Thank you. Thank you. Так, ребята, покажу вам еще раз наш номер, когда мы здесь уже обжились. Вот такая вот Анюточка, я на нее разлила ее водичку, извини, мама. Вот, здесь у нас всякие вкусняшки какие-то, штучки-дрючки, вот нас как раз тут убрали, вот. Вот эта кровать вообще очень некомфортная, эти штуки холодные, ребенка сюда посадить, вот только чисто, чтобы она там провела какое-то время, пока мы что-то делаем. Да. У Ани зубы, сфоткаться нормально не смогла. Вся мокрая. Все, уползай от меня. Уползай. Уползай. Слава там ждет, чтобы оплатить. Мы заказывали вот то, что кофе я пила. Все, уползай от мамы. Еще вчера Анютка описала кровать. И мы заказали, чтобы нам поменяли постельное белье. Ну и как бы кровать, господи, одеяло. Что одеяло было как раз мокрое. А в итоге нам поменяли все, кроме одеяла. Так что у нас осталось писанное одеяло. Но оно уже давно высохло. Что мы спим вот так. Ну и ладно. Ну и ладно. Сейчас мы решили накраситься.
Нютка, Даня. Сейчас мы решили накрасимся и пойдем гулять по набережной. Очень быстро у Анютки пачкаются вещи, скажу вам так. Потому что мы ей что-то даем вкусненькое, понятно, оно сразу пачкается. Плюс где-то по ТЦ ходим, бродим. Что-то вот как сейчас типа намокло. Не, ну то, что намокло, это как бы ерунда, высохнет. Такое чудесное платье у нас есть. Это бренд Lumnitz. Вот, я делала распаковку в сторис на их бренд. Вот, очень классные у них вещи. У нас много от них. И пледик вот этот. Вот, я уже, как сказала, помылась. Поэтому кайфули. Что-то хотела вам показать, рассказать. Я, кстати, не делала вообще рум-тур в сторис. Все равно нужно как-то разделять контент. Я вот думаю, где бы мне снять классную распаковочку своих кроссовок и сумочки. Вообще, по сути, я могу просто снять, а потом озвучку запишу. Хочу, чтобы красивое видео, ну, классное получилось для Reels. Вот, что у меня Reels довольно-таки прикольные стали. Вот, а еще у нас есть обогреватель, потому что тут температура выше 23 не поднималась. Днем еще нормально, но на самом деле вечером ночью прохладно. То есть прям плечи такие холодные. Подождите, зубы вылезут уже. Так, нам еще витамину тебе надо, Анють. Я сюда притащила Анюткины ложки, кашки. Да, убираются, но не так, чтобы прям вау. Я думала, побольше тут красоты наведут. Хорошо, что у меня красится недолго. Раньше я красила много, надо было долго замазывать прыщи, брови накрасить. Сейчас просто хоп-хоп. И уже красиво. Вот сюда можно ребенка посадить. Это единственное прикольное применение этой кроватки. Так, ребята, мы вышли гулять. Слава, я и Ярик, и Анюта спит. Вот. Пока собиралась, что-то одевалась, думала, мы покормили Анюту Агушей, этим молочком. Хотя я могла бы грудью покормить, но что-то я предлагала, она такая мэ-мэ, а мне хотелось ее покормить и выйти уже. Ну, короче, не важно. Главное, ребенок поел, спит. Вот. Так что сейчас Анюточка спит, мы гуляем по набережной. Сейчас 18:50, ну, короче, почти 7 часов вечера. И планируем скоро ужин. Я уже голодная, но я сегодня решила не пить. Тут разные отели. Везде красота невероятная, пальмы, все подсвечивается. Ну, короче, такая прям атмосфера клевая. Я так скучала по отдыху вообще, девочки. Порадуйтесь за меня в комментариях. Нарядилась в новые кроссовки, сняла распаковку на балконе кое-как. Ну так, чисто быстренько, без всяких там этих. Вот. Просто хотела снять, как снимаю все, открываю. А тут еще, представляете, парковка подземная есть. Мы прям удивились. Пошли сюда. Тут на каждом углу, можно так сказать, вот такие вот фонтаны. Вообще так красиво, конечно. И вот такой вот классный вид. Крутяк. 5 секунд добежала и спустилась там. Я не посмотрела, я с уверенностью, что я приехала на свой этаж, пошла. Мы сидим ужинаем. Мама не согласилась рассказывать, как она зашла в чужой номер. Поэтому я рассказала. И увидела голову мужчину? Да нет. Просто там была женщина, которая заорала. А как она заорала? Вот так? Нет. Вот так. Короче, я сегодня планировала не пить. Но что-то как-то закрутилось, завертелось, хорошая погода, ну, сами понимаете. И муж сказал, да давай, гуляй, отдыхай. Да и вроде все нормально, Анютка Агушу хорошо ест.
А потом, когда я не пью, я ей грудью кормлю, так что все норм. Короче, я хочу на этом закончить блог. Надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы рады за нас, что мы наконец-то на отдыхе. Оставляйте комментарии, буду все читать. Вот, так что мы кайфуем, отдыхаем. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.